9 июля свой день рождения отметил Залегощенский район. Со дня его основания прошло 86 лет. Праздничные мероприятия прошли в Центральном парке культуры и отдыха поселка. В числе гостей, приехавших поздравить залегощенцев с праздником, были депутат Государственной думы Ольга Пилипенко, начальник регионального ОМВД Юрий Савенков и представители общественных организаций. Район действительно занимает одно из ведущих мест нашей Орловской области в плане социального и экономического развития. И я благодарна вам за ваш большой труд, за ваши социальные позиции, за вашу большую патриотическую работу, которая проводится в районе на благо всей России, на благо нас с вами, на благо нашего молодого подрастающего поколения. Гости вручили почетные грамоты и памятные подарки жителям района, которые внесли особый вклад в развитие родного поселка и района. Завершилось мероприятие концертной программой.